Человеку свойственна жажда власти. Подстегиваемые желанием чувствовать себя повелителями, люди с головой уходят в виртуальный мир. Но именно там их и поджидает самая коварная ловушка. За кажущейся простотой прячется опасный враг. И вместо власти они получают страх. Из экрана монитора он перебирается в голову и более не оставляет ее ни на миг. Из виртуального мира нет выхода. Он становится наваждением. Наваждением, полным ужасных чудовищ, хладнокровных убийц, злых магов, живых трупов и другой нечисти. Компьютерная вселенная — это воплощение всего самого отвратительного, что только может породить человеческое воображение. И даже самые смелые герои в нем часто погибают. Сегодня вы увидите 10 самых трагических смертей главных героев виртуальных историй. Кровопролитные бои и подлые предательства, роковые стечения обстоятельств и тяжкий выбор. От всего этого голова идет кругом, а сердце сжимается от горя. В эфире страшно интересная десятка самых трагических смертей главных героев виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы расскажем вам 10 историй, жизнь главных героев которых была недолгой. Но для одних смерть стала трагическим концом их жизненного пути, для других — лишь началом новой главы их бытия. Приготовьтесь пережить чужую смерть 10 раз подряд. В одном из японских мегаполисов по ночам происходили страшные вещи. После заката наступал час тьмы. И на месте одной обычной школы вырастала чудовищного вида башня. А город наводняли зловещие существа — тени. Эти порождения ада питались человеческими душами. Простые люди так и продолжали бы страдать от этих нападений, если бы не группа школьников. Несколько японских старшеклассников, так называемый специальный карательный взвод, бросил вызов этим тварям. Но чтобы победить этих призрачных монстров, подростки должны были пройти через ужаснейшую процедуру — суицид. Решиться на такое мог далеко не каждый. Специальным пистолетом-эвокером тинейджеры выстреливали себе в голову и высвобождали доброго духа, персону, способную уничтожить демона. И хотя после боя персона вновь возвращала своего обладателя к жизни, каждый бой стоил школьникам невероятного количества сил. Самоубийство школьников во имя спасения города из «Персона 3» открывает сегодняшний рейтинг. Мир, в котором жила Зои Кастильо, казался ей каким-то чужим. Спасибо. В Старке она никак не могла найти себя. Она бросила учебу, рассталась с молодым человеком, словно пыталась убежать от себя прежней. Будущее казалось туманным. Девушка начала сомневаться в себе и своих убеждениях. Она не знала об этом, но ее звал другой мир. Мир магической Аркадии. Найди ее, спаси ее. Найди ее, спаси ее. Что это было? Зои была одной из немногих, кто мог проникать в эту вселенную снов и единственной, способной спасти ее. Она бросилась в самую гущу событий, самоотверженно жертвуя собой ради благополучия людей из этой волшебной страны. Руки за голову! Слушайте, я... Я предупреждал!
Такая отчаянная жертвенность снов не прошла даром. В страхе, мире будущего, Зои впала в кому. Гэбриэл, ее отец, сидел рядом с постелью дочери и даже не предполагал, что она разговаривала с ним. Девушка мечтала пообщаться с единственным близким человеком в последний раз, приободрить его, сказать, что все будет в порядке. Конечно, это была бы ложь, ведь Зои знала, что должна попрощаться с ним навсегда. Все, что я могла бы сказать, это «прощай». Несчастная Зои Кастильо из Dream Fall The Longest Journey сегодня оказывается на 9-й строчке нашего хит-листа. Спаси ее. Джеки Эстакада. На этой планете существовало мало людей со столь же незавидной судьбой, как у этого парня. Его мать была проституткой, отец – сутенером. С самого детства Джеки рос настоящим отбросом общества, подконтрольный только криминальному дону Поли Франчетти, который растил из парня киллера для своих нужд. К своему воспитателю, равно как и ко всему человечеству, этот волчонок испытывал только злобу и ненависть. Исключением была лишь его девушка, Дженни. Но однажды она была убита приспешниками дяди Полли. В это самое время Джеки и обнаружил, что им овладевает тьма. Сверхъестественная одержимость демонами, преследовавшая его род на протяжении многих поколений. Груза всех этих обстоятельств сердце Джеки выдержать не могло. И однажды он покончил с собой. Тьма вернула несчастного к существованию, наделив его ужасной потусторонней силой и жаждой мести. С тех пор Джеки неоднократно убивали, но тьма уже безраздельно властвовала над его физической оболочкой, и смерть была не страшна. А душа Джеки жаждала лишь воссоединиться со своей возлюбленной, но это было уже невозможно. Убивший себя, а затем и многих своих обидчиков, Джеки Эстакада из The Darkness на 8-м месте. Сделаем паузу, чтобы вы смогли оправиться от первых впечатлений. Не переключайтесь. Подобно тому, как Тореадор далеко не всегда одерживает победу над быком, доблестные герои виртуальных рассказов часто лишаются живота своего в перипетиях цифровых историй. Мы продолжаем обратный отсчет самых трагических смертей главных героев виртуального мира. Если бы люди узнали, через что пришлось пройти Даниэлу Гарнеру, они бы назвали это божественным предназначением и были бы правы. Молодому человеку выпало сразиться с воплощением вселенского зла, хранителем ада, самим Люцифером и всей его демонической армией. Казалось, небеса специально призвали его для выполнения этой божественной миссии из той, прежней, земной жизни. Ливень, ночь, туман, день рождения жены, тягач на встречной полосе. Это все было будто специально подстроено кем-то свыше. Возвращаясь на своем мустанге домой вместе с женой, Дэниел со всей мочи врезался в пресловутый грузовик. Удар был такой силы, что легковушку смяло буквально в гармошку. После такой аварии выжить было просто невозможно. Смерть забрала Дэниела и его супругу. Та смерть, которая всегда считалась концом пути, открыла Гарнеру двери в новое бытие. Смерть Даниэла Гарнера по степени трагичности занимает 7-ю позицию. Мафия бессмертна, как говорят люди. И доказательством тому служит история, которая произошла в прекрасном городе Lost Heaven. Простой таксист-бомбила Томми Анджело любил свое дело и исправно перевозил пассажиров.
до тех пор, пока случайно не подбросил двух незнакомцев, оказавшихся мафиози. С этого момента судьба Томаса сделала крутой поворот. Этим нехитрым способом молодой человек пополнил ряды безжалостного криминального клана. Первые жертвы, первые тугие конверты с зарплатой. Все это быстро втянуло Анджело в круги, из которых нет возврата. Далее все следовало по нарастающей. Большие дела, ураганные погони, дикие перестрелки, горы трупов. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, живым из такой игры не выйти. Но преуспевающий преступник постепенно отошел от дел и зажил мирной жизнью. Пока в один прекрасный день не явились посланцы преданных когда-то Томасом корешей и не прострелили старику грудь. Расправа мафии над стукачом Томми Анджело тонет в луже крови на 6-м месте нашего хит-парада. Смелости ему было не занимать. Спокойно бродить по территории, насквозь пропитанной радиацией, могли только самые отчаянные безумцы. Впрочем, это его не пугало. Ведь того, кто хоть на долю секунды поддавался страху, зона безжалостно съедала. Ни угрожающие здоровью и жизни аномалии, ни мутировавшие животные, ни военные не могли встать на пути сталкера главной цели – монолиту, исполняющему желание. Добравшись до самого центра смертоносной электростанции и увидев искомый артефакт, он загадал то, о чем мечтал всю жизнь. «Дай мне богатство!» После его слов, как по мановению волшебной палочки, с потолка посыпались золотые монеты. Содрогаясь от истеричного смеха, сталкер купался под золотым дождем, как сумасшедший, подставляя переливающимся струям лицо и руки. Он был счастлив. Счастлив, что дожил. И когда металлические балки погребли его под собой, на лице этого дитя зоны застыла улыбка, невидимая окружающим. Улыбка человека, не зря прожившего эту несправедливую, но все-таки прекрасную жизнь. Тень Чернобыля укрыла мертвого сталкера на 5-м месте хит-парада самых трагичных смертей виртуальности. Гром Хеллскрим. Великий воин и настоящий орк. Он обладал безудержной агрессивностью и нечеловеческой брутальностью. Из-за этих черт на весь его клан распространилось демоническое влияние Пылающего Легиона. По иронии судьбы, именно ему было суждено избавить своих собратьев от власти демонов и отдать за это свою жизнь. В ту роковую ночь они вместе с вождем орков Тралом отправились в самое логово предводителя демонов. Монорог ждал их и был готов к бою, уверенный в своей триумфальной победе. Казалось, одолеть этого дьявольского исполина просто невозможно. Но Хеллскрим, словно обретший второе дыхание от переполнявшей его ярости, без страха набросился на демона и поразил его своим магическим топором. Монорог пал, и с его смертью были разрушены злые чары. Но вместе с демоном погиб и Гром. Фатальная храбрость героя Warcraft 3 Frozen Throne позволила ему занять 4-ю строчку в нашем хит-параде. Через пару минут мы представим вам лидирующую тройку повестей о трагических смертях цифровых героев.
Оставайтесь с нами. В жизни не все происходит так, как нам бы хотелось. Виртуальный мир ничем не отличается от реального. И здесь зло может восторжествовать, а главный герой — найти свою бесславную смерть. И как и в реальной жизни, порой человек не в силах изменить виртуальную реальность. Мы представляем вам три самые трагические смерти главных героев компьютерного измерения. Быть киллером не только противозаконно и опасно, но и мучительно больно. Наемный убийца Мона Сакс осознала это в полной мере, когда была нанята коррумпированным американским сенатором для устранения ненужных ему бандитов и копов Нью-Йорка. В ходе выполнения долгого и трудного задания Мона прониклась глубокой, а потому очень тягостной любовью к одной из своих жертв – полицейскому Максу Пейну. Войдя в доверие к Пейну, она мучилась мыслью, что однажды ей придется совершить смертельное предательство. И однажды, в ожесточенной перестрелке с множеством противоборствующих сторон, Мона призналась Пейну в своих роковых намерениях. Но в этот самый момент в нее выстрелил один из криминальных боссов. Задание женщины-киллера так и осталось невыполненным. Однако Мона, умирая на руках своего возлюбленного, почувствовала себя избавленной от своих мучений. Гибель влюбленного киллера Моны Сакс из Max Payne 2 открывает тройку лидеров нашего обратного отсчета. В вооруженном конфликте между человечеством и враждебной ему расой Шрут последняя создала мощное биологическое оружие. Трансгенный вирус был внедрен врагом в тело земной женщины по имени Карина. Он наделял человека способностью выделять огромное количество энергии. Так противник планировал подзаряжать свое оружие. Земляне похитили Карину и поручили доктору Джеку Мейсону доставить ее в специальный командный пункт. Однако в его планах было доставить девушку не своим, а в стан расы Шрут, чтобы те, пользуясь ее чудесными способностями, оживили погибшую дочь Мейсона. Шрут и не думали исцелять девочку, а из возвращенной им Карины они уже успели выкачать почти всю кровь. Доктору, осознавшему весь ужас положения, ничего не оставалось, как застрелиться. Тогда, объятая отчаянием, Карина сама произвела огромный взрыв, который уничтожил их обоих и всех, кто был вокруг. Потерпевший фиаско и закончившийся горестным самоубийством хитрый план доктора Джека Мейсона из Парая выводит его на почетное второе место. Какая же виртуальная гибель оказалась наиболее душераздирающей? Об этом вы узнаете только после того, как мы вновь вспомним, как умирали предыдущие 9 героев игрового пространства. Открыла нашу десятку страннейшая из смертей – временное самоубийство школьников из «Персона 3». 9 место занимает уход в мир снов Зои Кастильо из «Dreamfall – The Longest Journey». На 8-й строчке хит-парада «В вечной тьме» Джеки Эстакада из «The Darkness». 7-й стала ужасная автомобильная катастрофа, унесшая земную жизнь Даниэла Гарнера с супругой. 6-ю позицию занимает кровавый финал истории преуспевающего мафиози Томми Анджело из «Мафия. The City of Lost Heaven». В середине нашего хит-парада находится чернобыльский сталкер, которого сгубила страстная жажда золота. На 4-м месте оказался орк Гром Хеллскрим из Warcraft 3 Frozen Throne.
Тройку лидеров открывает трагическая развязка судьбы Моны Сакс из «Макс Пейн 2», женщины-киллера, влюбленной в свою жертву. Траурное серебро сегодняшнего соревнования получает самоубийство доктора Джека Мейсона, оказавшегося неспособным спасти свою дочь и погубившего невинную девушку из Перая. А теперь мы представляем вам черного триумфатора сегодняшнего соревнования. Трудно представить что-то более ужасное, чем осознание того, что твоя жизнь – это чей-то сон, воплощенный в реальность. Когда молодой капитан занарканской блицбольной команды «Тидуса» узнал о своем виртуальном существовании, для него это стало ударом. Оказалось, что правитель его родного Занарканда велел выжившим горожанам стать призраками веры. Могущественный призыватель Ю Ивон повелел им воссоздать город таким, каким он сохранился в их воспоминаниях. Тидуса осознал, что он сам должен расправиться с потерявшим человеческий облик Ю Виноном и освободить призраков. Он понимал также, что с избавлением их ото сна прекратится и его существование. Вместе с новой возлюбленной по имени Юна и ее хранителями они уничтожили бывшего правителя Занарканда и виртуальный город. Тидуса должен был уйти. Девушка, влюбленная в него, не хотела его отпускать и просила остаться. Но молодой парень ничего не мог сделать. Обняв напоследок любимую и попрощавшись с друзьями, он исчез в бездне времени и пространства, навсегда покинув этот мир. Злой Рок, лишивший Тидуса из Final Fantasy X жизни и любви, помог ему стать победителем в десятке самых трагичных смертей главных героев виртуального мира. Только что вы пережили 10 невероятно трагических смертей из цифровой вселенной. Крепитесь, виртуальный мир и дальше будет шокировать нас новыми потерями. Если вы готовы вынести подобные удары по ту сторону экрана, то в следующих выпусках нашей программы мы продолжим знакомить вас с наиболее мрачными проявлениями виртуального мира. И вам вновь будет страшно и интересно.